Жильцы дома по адресу Книжная, 13, уже 11 лет живут в аварийном доме, и даже бумагами это подтверждено. Но вот толку от этого мало. Дом как не ремонтировали, так и не ремонтируют, а между тем состояние его все ухудшается. Чиновники как-то на это не обращали внимания, пока из Киева не пришло указание. 13 травня там обвалилися балки, і зараз там перебування людей загрозу життю, несе взагалі будинок. На жаль, реакція пішла тільки тоді, коли я зателефонувала в кабмін в Київській. Розумієте, Одеса не реагує на аварійні служби Одеси, взагалі не реагують на такі випадки. Дуже складна ситуація. Люди, Но депутаты, присутствующие на комиссии по ЖКХ, заверили, что встреча с жильцами дома была назначена на сегодня намного раньше, чем вмешался Киев. Ну а что касается решения проблемы, то оно будет приниматься совместно с жильцами уже на месте. В 2018 году в Одессе стартует программа обеспечения противопожарной защиты высотных домов. Но готовятся к ней уже сегодня. Даже на подготовку проектной документации выделили 2 месяца вместо запрошенных 4. Типовой проект на одном доме. Утвердили все это и погнали дальше. Вот и все. Зачем? Они все одинаковые. Александр Иванович, хочу сказать только одно. Вы правильно говорите. Возможно. Но вот в 2008 году считали по каждому дому. Постановка Мина какая вышла. То есть технически можно было сделать. Да. Ну, мы к этому тоже стремимся, чтобы уменьшить. Ну давайте подумаем. Коммунальные вопросы нас не волнуют до момента выхода коммуникаций из строя или до получения счета за них. Главное, что на комиссиях по этим вопросам готовы принять обычных людей и выслушать их проблемы напрямую, без посредников. Но во всем этом главное ведь результат, а он иногда оставляет желать лучшего.